И сегодня Сергею Морозову рассказали, как красноярские врачи спасли жизнь пограничнику из Казахстана. Доставлен он был в крайне тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями в состоянии шока. 2 дня казахстанский пограничник находился в реанимации и сейчас переведен в госпиталь в Казахстан. Пограничникам всех времен посвятили памятник на отремонтированной набережной в селе Красный Яр. В церемонии открытия монумента принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. С памятника сняли ткань, возложили цветы. Его установили на набережной, которую отремонтировали в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы продолжаются. Полностью набережная в селе Красный Яр будет готова на будущий год.